благодарим Тебя за то, что в этом дне Твоя милость обновилась над нами, и любовь Твоя сегодня объявит нас. Мы благодарим Тебя, Господь, за присутствие Твое на этом месте, за то, что Ты сегодня обитаешь среди народа Твоего. Ты обитаешь сегодня среди хвалы и поклонения народа Твоего. Аллилуйя, да будет Твое имя возвеличено и превознесено выше, выше и выше, Господь, в наших жизнях, в наших сердцах, в наших служениях. Да будет Твое имя превознесено, да светится, да прославляется, Господь, да возвеличится, да превозносится наш Бог. Аллилуйя. О, слава Тебе! О, слава Тебе, наш Господь! О, слава! Господь наш дивен! Господь наш дивен и велик! Пусть
Holy Lord,
Тяжелело, чтобы слышать. Господь, сегодня, как и вчера, и вовеки, Ты тот же. Благодарим Тебя. Ты знаешь наши мысли. Ты видишь наши сердца. Господь, мы приходим к Тебе, такие, как есть. Мы не хотим ничего скрывать, таить. Боже, мы все отдаем Тебе. Мы все открываем пред Тобою. Очисти наши сердца. Измени нас. И наполни нас, Господь. Чистотой Твоей. Святостью Твоею освети нас. Всем сердцем, всей крепостью и всем разумением возлюбить Тебя, прилепиться к Тебе, Господь, чтобы в духе и в истине, соединяясь с Тобою, Господь, в один дух, поклоняться Тебе так, как Ты этого достоин, Господь. Не делать ничего ради людей, не делать ничего, Господь,
но делать все ради Тебя и во имя Твое, наш Бог. Для славы Твоей, аллилуйя. Просто начни обращаться к Нему в молитве сейчас. Отдавай свое сердце Ему. Если есть какие-то препятствия, барьеры, какая-то суета, все, что рассосредотачивает тебя, все, что отвлекает, просто принеси, скажи: Господь, я не хочу этого, я хочу Тебя. Господь, мы жаждем сегодня Слова Твоего. Что Ты сегодня хочешь сказать? Что Ты хочешь сегодня показать нам, Господь, чтобы изменить нас больше и больше в Свой образ? Боже наш, мы позволяем Тебе производить нас. Мы благодарим Тебя, Господь, за ту любовь, которую Ты сегодня объявляешь нас. За ту драгоценную, нежную любовь, Господь, которой Ты сегодня прикасаешься к нашим сердцам и говоришь, что Ты любишь нас. Ты говоришь нам, что мы дороги для Тебя. Ты говоришь нам, что Ты заключил с нами новый завет, основанный на лучших обетованиях. Горы сдвинутся и холмы поколеблются, но милость Твоя не отойдет от нас, Господь, потому что любовью вечную Ты возлюбил нас. Спасибо Тебе, мы поклоняемся Тебе, Господь. Своей любви мы поем Тебе. Да, Господь, Ты достоин. Я пою Тебе хвалу, Господь, я Тебе пою, Господь. Ибо Ты велик, Ты достоин, только Ты, только Ты один, Господь. Возношу Тебе хвалу, Господь, имя славлю я. Давайте будем поднимать свои руки во имя Господа, для славы Его, в знак того, что мы принадлежим Ему и отдаем свои жизни и посвящаем себя Ему. Я Тебе пою, я Тебе пою.
говорит: только в Боге успокаивается душа моя, от Него спасение мое. Возложи сегодня твое упование на Господа, потому что только в Нем ты можешь обрести этот покой, покой своей душе. Аллилуйя, нет ничего прекрасней, как поклоняться Ему и в поклонении, в прославлении Его имени, отдать Ему все свои нужды и все свои проблемы, отдать Ему самих себя и сказать Ему, как Он велик и прекрасен в твоей жизни. О, Ты велик, нет Тебе подобного. Ribbit, 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 rib
буду петь умом, буду петь духом. Пой сейчас в духе, поклоняйся ему в духе. Курамосе ламандесу долобреми киши прибиби алама рамаса мантабалама ревелене кити. Прибити олобримо синде алама ши прибиби God.
Боже святый, благодарим Тебя, Господь. Дай нам ходить всегда в благоговении пред Тобой, в страхе Твоем, Господь, в трепете пред Тобой, Боже. Дай нам всегда святить имя Твое в сердцах наших, Господь. Дай, Боже, нам всегда помнить, что Ты наблюдаешь за нами, Господь. Аллилуйя, слава Тебе, Иегова. Величие Тебе, честь Тебе, поклонение Тебе, Господь. Аллилуйя. Аллилуйя.
достоин наши финансы для того, чтобы продолжать поклоняться Господу в нашей жертве. Аминь. Давайте мы присядем немножко, группа. Вы еще останетесь, мы сейчас еще продолжим наше поклонение. Послание к Колоссянам, 3 глава. Я читаю с 22 стиха. «Рабы, во всем повинуйтесь господам вашим по плоти, не в глазах только служа им, как человекоугодники, но в простоте сердца, боясь Бога. И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для людей, зная, что в воздаянии от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу». И прежде чем апостол обратится к рабам, он говорит здесь к мужьям, чтобы они любили своих жен. Он говорит к женам, чтобы они почитали своих мужей. Он говорит к детям, чтобы они повиновались своим родителям. И заключительная его мысль состоит в том, что все, что вы делаете, делайте от души, как для Господа, а не для людей. Зная, что воздаяние от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу. Можно делать дело, служение или жертву двумя вариантами, так сказать. Это сделать так, чтобы все увидели и сказали, что да, сделал брат. А можно сделать так, что Господь увидел и сказал, да, сделал мой слуга. И вот здесь апостол Павел призывает и говорит, чтобы мы не делали что-либо перед людьми. Вот я помню в детстве, когда мама уходила куда-нибудь на базар, иногда она поручила, допустим, подмести, сказала, что когда я приду, нужно, чтобы было все подметено здесь. И, конечно же, мама ушла, свобода, радуемся, играем. Вот приближается мамин приход, мы хватаемся за веник, может быть, находим первый попавшийся ковричек, заметаем все быстренько туда, мама приходит, и вроде как порядочек, но на самом деле непорядочек. Перед людьми, перед человеком прекрасно, но на самом деле не очень. И вот еще расскажу вам пример такой свежий, вчера буквально был. Мы купили дом, и там в доме кое-что решили подремонтировать и поменять поверхность на столах, вот, сорвать новое, сорвать старое, положить новое. И я пригласил одного человека, которого я видел второй раз. Но что интересно, как первый, так и второй раз он меня впечатлил своим таким вот великодушием и желанием сделать вот во имя Господа. Мы договорились о цене, и он говорит, тебе нужно подготовить, чтобы поверхность была гладкой, подготовленной, положить там плайвуд, вырезать. Ты, говорит, вообще это дело? Я говорю, ну, вообще-то нет. Он говорит, хочешь, я тебе помогу. Мы приехали на дом и рассчитывали за часика два справиться, но у нас ушло где-то часов 6, ну, практически день целый мы провели там. И я говорю, ну, вот как-то получилось, что работу ты, которую не должен был сделать, вот провел столько времени вместе со мной. И он мне сказал, говорит, знаешь что, я хочу сделать эту работу, и чтобы когда я уйду, и кто-то спросит, кто тебе сделал. Ты не сказал, что специалист был у меня здесь и положил так вот красиво, а ты сказал, что брат пришел и сделал. Понимаете? Вот две разницы. Сделать во имя Господа от души, как для Господа, или же сделать перед людьми. Так вот, апостол Павел, говоря о том, как жены должны повиноваться своим мужьям, как мужья должны любить своих жен, как дети должны повиноваться своим родителям и как рабы должны слушаться своих господ. Он говорит, что все это, когда вы делаете. Вы не делаете это как для человека, ради человека, но делайте это как для Иисуса. Он говорит, ибо мы служим Господу Христу. Все, что вы делаете, делайте от души, как для Господа, а не для людей. Бог хочет видеть, чтобы то, что мы делаем,
мы делали действительно от души, как для Господа. Потому что Он хочет дать нам награду. И награда не дается за то, что делалось ради людей, для того, чтобы только сделать. Он хочет, чтобы в этом участвовало все наше естество. Потому что, когда мы придем, Он в воздаянии хочет дать нам награду. Поэтому то, что мы делаем, жертвуя, служали, Бог хочет, чтобы мы делали это от души. Вы знаете, можно посмотреть на нужды нашей церкви, куда расходуются финансы. Мы платим за это помещение, мы платим за паркинг, мы платим за свет, мы платим людям, которые убирают это здание. И можно, когда жертвовать, всякий раз думать, слушай, ну что ради я должен платить за этот паркинг? Я приезжаю вовремя, становлюсь вот здесь, на нашем паркинге. Что ради я должен платить за уборку в этом здании? Я никогда бумажечки не бросил на пол. Ну или вообще вот таким образом мыслить. А можно делать и делать это ради Господа. Мы все вместе во имя Господа отдаем от всей души, жертвуя Господу. Не просто ради какой-то нужды, ради чего-то, но ради Господа и во имя Господа. Поэтому сегодня, пусть сегодня твоя жертва, она будет ради Господа, во имя Господа, от сердца, от души, потому что воздаяние мы получим от Господа награду. Аминь. Давайте мы встанем и помолимся еще и Господь, да будет эта жертва благоугодной Тебе во имя Иисуса Христа Божия. Всякое даяние, которое будет сейчас делаться на этом месте, братьями и сестрами, Господь, пусть это даяние, оно будет от души, во имя Твое, для славы Твоей. Господь, пусть всякая нужда будет восполнена по богатству Твоему, потому что Ты любишь, кто дает Тебе доброохотно, кто жертвует доброохотно, и Ты желаешь благословить, чтобы были богаты на всякое доброе дело. О, Господь, пусть действительно это богатство, это благословение, это изобилие придет на всякого человека, дающего Тебе от души, от сердца, ради Тебя и во имя Твое, во имя Иисуса Христа. Аминь. Хвала Тебе, наш Бог, Ты достоин поклонения, наш Господь достоин славы вовеки. Хвала Тебе, наш Бог, хвала Тебе,